гайд-парк. Абсолютно отвратительная погода. Я не за этим сюда ехал. Где мой дождь? Туман. Пробирающий мороз. Что-нибудь еще. Солнце. Четвертый день солнца. Мы встретили англичан. Вернее, докопались до них. Спросили, а здесь какая погода обычно в это время года. Они сказали, дождь, дождь. Ну, конечно. Они так говорят, просто чтобы меньше туристов приезжало. О, наши утки. Белька. Белька. Белка. Белка, 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 белка. Спокойно. Кушать, кушать. На. Не-не-не, спокойно. Мы еда, не ты. Спокойно. Че, не, умная? Опять белка умная, туристы не очень. Ну ладно. И, может, она запомнила с прошлого раза. Так, спалили нычку белки. Чего-то закапывает. Белка, извини, но нам нужен этот желудь. Говорят, белки запоминают примерно половину тех мест, куда они закопали запасы на зиму. Из-за этого, собственно, леса распространяются. Где, где, куда? Там две белки. Туда, где больше белок. Больше белок, больше желудей. Спрятались. Вон они, точно. Файт. Белка. Ох, сейчас на меня бросишься. Нет? Ты хорошая белка? Мы. 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 Так, белка поумнее меня. О, вторая белка. Третья белка. Здесь круто. Столько белок. Мы. В данный момент она жрала какую-то палку. Видимо, она ей не очень понравилась. Эта белка специализируется по, не знаю, по веточкам и листикам. Ага. Во! Нормально, они ручные оказываются, как гранаты. У людей были орешки? Важно. Прикольно такая. Важно то, что... Важно. Спокойно, езжай.